Здорово, сегодня покажу, как сделать кое-что необычное с этой вот обычной китайской лампочкой. Она очень легкая и она сгорела очень быстро, потому что была дешевая. И поэтому мне ее не жалко сейчас разобрать и все вот это, что внутри, выбросить. Затем берем вот такой голосовой модуль ASD1820. Его можно применять как с Arduino, но сегодня мы поговорим о том, как его применить без Arduino. Он может с помощью микрофона записывать звук, а также с помощью динамика его воспроизводить. Для того, чтобы управлять им, есть вот три кнопки. То есть нажимаем красную, записываем, и затем вот воспроизводим вот этими кнопками. Также можно использовать вот эти пины и воспроизводить звук с помощью их. Я, значит, возьму датчик освещенности, у него есть три ножки, плюс, минус и выход. И припаяю, значит, плюс на VCC, минус на ГНД и выход на PE, только снизу. Для питания всей схемы будем использовать аккумулятор 7,4 вольта. Итак, подключаем его правильно, чтобы ее не спалить ненароком. Так. И теперь он уже чего-то говорит. Датчик реагирует на свет. Так, пора бы сказать какую-то фразу. Значит, нажимаем кнопку REC и говорим: «Привет, иди сюда». И теперь проверяем. Еще раз. Нужно нажать просто эту кнопку. Чтобы звук максимально четко записался, необходимо говорить где-то на расстоянии, на вот таком вот расстоянии от микрофона и таким четким внятным голосом. Здравствуйте, где вы были? Итак, записываем какую-то прикольную фразу, монтируем ее сюда внутрь. И, собственно, проверяем запись последний раз, вставляем сюда, все собираем, и лампочка как будет такое секретное оружие. То есть она срабатывает, когда свет выключается. И этим устройством можно разыграть, конечно же, друга. Итак, свет включен, выключаем. Прикол. Итак, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. До новых встреч!